Всем привет! С вами Психсан, и мы продолжаем проходить кризис Core Final Fantasy 7 Reunion. Сейчас бы вспомнить управление и не путать перекаты с тем, как применять эликсир. Так, кстати, да. Что у нас там по миссиям? По-моему, еще что-то осталось. Так, можно сюда сходить, хотя на пятизвездочное можно попробовать. Получится, не получится. Вот, а так у нас по сюжету подойти к Сефироту, посмотреть, что там за дверью. Так. А, 4 сундука. А я ее не играла, эту миссию еще. Вроде как желтым она была. Так, перекат, все. Ага, ага. Так. Что началось? Я пока вспоминаю управление. Покуда? Супер. Так. А где босс? А, вон прыгает. Тут, кстати, вон там далеко второй сундук. А где же третий и четвертый? Ага, здесь конец. Кстати, а что это у нас? Эмоции зашкаливают. Немножечко повышены. Это из-за того, что там Сэндзелом, что ли, по сюжетке вспомнил. Поломает меня. Блин, вторая часть атаки мимо ушла, почему она не попала во второго моба. Жалко. Дай подлечусь-то. О, материя потихонечку прокачивается. Так, я шла сюда. И не вижу новых сундуков. Это что такое? Как это называется? Ага. Один вижу, хорошо. Так, мы же не попадем под босса сейчас. А. Ок. И теперь быстренько добежать бы. Естественно, сейчас попаду, да, куда-нибудь? А, нет. Круто. Да. Может пригодиться для прокачки той, которая уже у нас есть. Надо будет потом фьюжн как-нибудь зайти. Подожди, это с боссом? О, это с боссом, супер. Я тоже так могу, вот так. Оп. Надо еще. А еще у меня есть крутые знакомые, которым можно позвонить. Дом попробовать. Все равно мана получается. Ой, Сефирот загрузился. Концентрируй. А, это продолжение этих, понятно.
found it. One. Wutai's woes weigh heavily. Two. Endless training weighs heavier. Three. All in the name of defeating Shinra. Yeah. Wutai's glory is in my hands. Today, I finally defeat Shinra. Yes, yes, it's all very impressive. I knew that mail was from you. Oh, how do you know my mail address? Wanna know the truth? Yes, I do. Then why don't you check your mail? What, now? Yeah, just take your phone out of your pocket and... Hey, what gives? Sorry, but no dice. You thought you could steal something from me while I was busy looking at my phone, didn't you? I'm not falling for that. So, how did you get it? My mail address? You will tell me this time. Treasure quest. Failed. Man, she really can't turn it on like a faucet. Hey, I never learned how she got my mail address. А теперь я помню, что нужно читать письма. Так, ну там легко вначале, я не могу тебе сказать свое имя, но я знаю кое-что интересное о тебе. Так, это я без переводчика еще, потому что он не хочет сейчас. Я не тот же человек, что и отправитель последнего анонимного сообщения, так что не волнуйтесь. Я слышала, что где-то в морских пещерах есть секретный предмет. Если бы его заполучила организация, выступающая против Шинра, это означало бы конец Шинра. Тебе действительно следует найти его, пока не стало слишком поздно. Ага. Я не тот, кто был до этого. Я кто-то другой. Так. У меня не получилось эту пройти, что ли? Или я просто на нее забила? Давайте пока сходим к Сефироту. Мне что-то немножко надоело проходить эти миссии. А потом пройдем их еще раз. Ну, пройдем, продолжим проходить. Возможно... А, вот, короткий путь, хотел сказать. Возможно, это есть короткий путь, просто я его не помню, а... Это нормально. Good work. There's a monster inside. Is this where they make the copies? А, что-то я затупила. Проект древний. Схема. Сейчас неоспоримым фактом является то, что форма жизни, извлеченная из Земли, действительно принадлежит древней расе, о которой говорится в легендах. Более того, история свидетельствует о том, что эти древние направили силу этой планеты, чтобы разорвать Землю на части. А, о. Сори.
Используя клетки раскопанного древнего, мы начали исследования по созданию и массовому производству расы с сопоставимыми способностями. Основная цель этого исследования – значительно снизить затраты на раскопки мака. Ок. Отчет о феномене деградации солдат. Повышенные способности членов солдат поддерживаются тонким балансом различных генетических факторов. Изменение этого баланса могло быть вызвано только утечкой генетической информации, но в обычных обстоятельствах это невозможно. Это явление уникально для солдат типа G. I'm getting woozy. It was shortly before Genesis left. The wound was superficial, but for some reason, Genesis wasn't healing. The man who treated him was Hollander. Professor Hollander, how is Genesis? The problem is the Mako energy that seeped in through the wound. Is it treatable? First, he'll need a transfusion. You aren't viable. Why couldn't I be the donor? A soldier, type G. В принципе, какая разница, кто будет донором, самое главное, чтобы чел выжил. Ну, раз они оба его друзья и оба о нем заботятся. Project G. Резюме. Цель – имплантировать клетки древнего в человеческий плод, чтобы наделить его способностями древнего. It was Hollander's experiment. The result... was a normal child, which meant he failed. However... Так, ну я так понимаю, мы все прочитали. Get your bearings. Да я просто проверить, есть там чего нет. Можно еще миссию пройти и дальше пойдем к сюжету. Типа немножко очередовать. Так, один сундук вижу. Так, я думала аккуратно, подбегу не под драку. Ну, как есть. О, восстановилось. Практически полностью. Так, ну тут толком некуда сворачивать. Так что сундуки должны быть просто по пути. Ну, либо один в том хвосте. Так, этот хвост еще не дошли. Вон босс. Скачет шарики. Так, вот тут можно свернуть, да. Да. Deathblade. У нас такое было. Что-то пора во фьюжн все-таки заглянуть. Так, а чё вы боитесь? Ничего не боитесь? Ага, ага.
теперь мне надо подлечиться. О. All right. Looks like that's the last of the monsters. Now, where's that treasure? Ah, found it. I gave you the information on that item, you know. If you want to get that item, leave 100 gil. No. Whoa. That gave me a start. So it was her. Well, I could have guessed. She's always going on about restoring Wu Tai. I guess I could spare 100 gil for that. Почему не дали выбрать, хочу я оставить сотку ей или нет? Я бы все равно выбрала, что хочу, но... Приятно было, что я выбираю, вроде как владею ситуацией. Так, что она еще написала? Просто копипаст. Только для твоих класс. Я не могу сказать вам свое имя, но я знаю кое-что, что вас заинтересует. Я не тот человек, что был отправителем двух последних анонимных сообщений. Так что не волнуйтесь. Я слышал, что где-то в пещере есть секретный предмет. Если антишинер организации обнаружит это, то... проткнет шинеру вилкой. Готово? Тебе действительно следует найти его, пока не стало слишком поздно. Ну да, ну да. Такс. Что тут в материи фьюжн? Вот, курага уже прокачанная. Супер. Если я добавлю еще курагу, ничего не изменится. Она как была мастером, так и останется мастером. В чем прикол? О. А, ну блин, ну, да, я не хочу темную вот этот Dark Foundry использовать. Но зато они оба прокачали бы. А что Darkness дает? А, ну нет. Я не хочу Quake получать. Это ничего не прокачивает, не прокачивает. Это поменяет, это не прокачает. Deathblade. Тут останется. Ну, это тоже я использую. О, а. Ну, блин, хпшка будет 150%. Плюс. И у меня освободится целый слот. Блин, а может зафьюзить? У меня освободится целый слот для еще чего-нибудь. Можно сначала вот это вкачать, СПР у нас повысится. Так, фьюз. Так, теперь дальше ее поднимаем. Тут еще СПР тоже повысится. Я немножко не понимаю, что за способность у него. Давай.
отражает статусные эффекты, соответствующие статусам экипированной материи. Это я не понимаю. А раз я не понимаю, то можно вкачать. Да. Да-да-да. Продолжаем прокачивать курагу. Магия ап. Всего лишь плюс 2. Так можно тоже вкачать. Правда, у меня сейчас деньги все идут, нет? А, они еще нормально. Так. Нет. Нет. Вот. Ну, можно... О, 170 будет. Не зря качали. А я все-таки это сюда засуну. Блин, или до мастера дойти? Давайте хп ап, дойдем до мастера и потом их зафьюзим. И надо будет потом придумать, что в свободный слот вставить. Возможно, что-то вот на защитку. Не знаю, нужна ли еще одна атака. Deathblade это что? Возможно, тоже будет какая-то прокачка, типа вот мана на плюс 10%. Так. Это надо сохранить обязательно. Может пройти еще одну миссию или все? Давайте еще одну миссию. Ой, еще одну миссию пройду. Хотя, сколько тут? А, блин, тут еще много. И 6. Давайте еще пройду. Если получится. Любят они прятать сундуки сзади. О, кстати, надо посмотреть, что там по украшенькам прибавилось. Может, что-то экипировать другое, новое. Я вот не помню, можно ли здесь прокачивать экипировку. По-моему, можно. Но опять же... когда? Когда разрешат? Так, где третий сундук? Я надеюсь, не в том хвосте, куда я не пошла. Да, хорошо, что я туда не пошла. Мне нравится, как нарисованы кристаллы, супер. Ага. Вот туда нам. Activating combat mode. Еее, кайф. Ай. Ай. Warm-up's over. Is this the end? No, not if I can help it. Мы сегодня это видели, поэтому можно. Пропустить. Так, Дарк Фира получила повышение. Но мне надо, чтобы ППшка прокачалась. Да, уворачивайся ты, ну. Так. По ним вообще можно попасть? Можно. Нифига. Да-да-да-да, окей, поняла.
Давай, лечись. Убегай. Короче, вблизи их мочить вообще бесполезно. Лучше издалека молния. Alright. Looks like that's the last of the monsters. Now, where's that treasure? Ah, found it! I gave you the information on that item, you know. If you want to get that item, leave a potion. Вообще оборзела. Oh, that gave me a start. She's trying hard. I'll give her that. For her efforts, I'll have to be a grown-up here. You want a potion? Well, here you are then. But that Yuffie. How does she make it to places like this? This is a pretty dangerous area. Такое. Какое зелье я ей оставил? Так, шаф хранится. Почитать новое письмецо. Интересно, от кого? Даже не знаю. Что-то, что вы, возможно, захотите узнать. Я не могу сказать вам свое имя, но я знаю кое-что, что вас заинтересует. Я не тот, кто обычно отправляет вам все эти анонимные сообщения, так что расслабьтесь. Я слышал, что где-то в угольных шахтах есть секретный предмет. Если вы получите группу, выступающую против Шинра, Шинра будет раздавлена, как яичная скорлупа сапогом. Вам следует поискать его, пока не стало слишком поздно. Драма. Мне прикалывает, что сообщения уходят в спам, но отправитель туда не уходит. В чем прикол? Я хотела снаряженьку пересмотреть чуть-чуть. А, так у меня и так мана ап стоит. А что ж тогда вот сюда поставить? Вообще... Что-то из голубого фиолетового плюмас. Блин, у меня вот это есть, я забыла. На А. Так. 60 мана. У меня 40 сейчас стоит. Конечно, поставить. Ну, посмотри, что еще есть. А, атака плюс 20. Нет, спасибо. Вот. Эспер и магия 10. Витальцы, фигня. Плюс 5, плюс 5. Фигня. И все. Ну ладно. АП плюс 40. Пока нормально. Еще миссию, что ли? Не. Кстати, надо активировать перышко. Я же его проиграла. Я могу его сейчас активировать? Да? Да, вроде появился значок. Все. Тогда сохраняюсь. И пойдемте дальше по сюжету посмотрим. Project G gave birth to the man we know as Genesis. Project G. Project Genesis. Contrary to this report, Genesis showed clear signs of change. Degrading? Not only that. Copies? Abominations. Sephiroth. Hollander, I thought I'd find you here. You want to do something to me, eh? But then, who will stop Genesis and Angeal's degradation?
Genesis. You won't take Hollander. Zack, go. Yeah. There is no hate, only joy, for you are beloved by the goddess. Hero of the dawn, healer of worlds. Loveless again, you never change. Three friends go into battle. One is captured, one flies away. The one that is left becomes a hero. A common story. If we were to enact it, would I be the one to play the hero? Or would you? It's all yours. Indeed. After all, your glory should have been mine. How petty. In hindsight, perhaps. Now what I want most is the gift of the goddess. Won't get away. Where is Aunt Jill? Tell me. О, она не закрыла дверь за собой. Так легко. Activating combat mode. Oh yeah. Conflict resolved. С одного удара убиваем. Мне нравится. Неплохо прокачали для прохождения сюжета. Activating combat mode. Так, он налево побежал. О. Ясно, понятно. Ящичков не будет. Надо сходить, посмотреть. Ладно, ок. Не будем отвлекаться. Так, что я там забыла? А, это молния-молния. Тут у меня две молнии стоит, серьезно. Вот я тупанула. Интересно, одна молния на магию, а другая на АП или обе на магию? Так, это на магии. И это на магии, зашибись. Блин, не попал. Так, ощущение, как будто... который стреляет, не лазер, лучше. Больше сносит урона. Плюс она двойная. Это странно, не так. Тысяча. 1200-1300. Ой, я подключался. Ой, ящичек. Так что, возможно, я чего-то пропустила. Activating combat mode. Я хотела под конец сражения подлечиться. Ну ладно.
Hollander! You can't escape! Спорно, конечно. У него все-таки ключи есть, и он знает это помещение. А мой дурачок, который просто бежит за ним. Серьезно, ты не заморозил? Как хорошо. Давай, давай, ну давай. Зажали. Так. Догнали? Hollander, do you understand what you're doing? Working for Hollander now? What is it you're after? World domination. That's not even funny, man. How about revenge? For what? And deal! I've become a monster. A monster's objective is usually world domination or revenge. You're wrong. Those aren't the wings of a monster. Well then, what are they? Angel's wings. I see. Then what should an angel fight for, Zach? What do angels dream of? Придумай для себя мечту. И иди к ней. Angel. Angels dream of one thing. Please, tell me. To be human. Не выпускайте крылья. И живи обычной жизнью. В чем проблема-то? Чел, тебе просто нужен психолог, вам всем. Вы разочаровались в себе и все такое. Это нормально? Tell me what happened. Mom? I want to help out a friend. But I don't know how I can do it. Hello? Mom? Hello? Hooray! Heaven? Not quite. It's a church. Hmm? An angel? No, I'm Aerith. You fell from the sky. Huh? Scared me. So you saved me, huh? Not really. Hello? That's all I did. Ha 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 ha.
Thank you so much, Aerith. I'm Zach. I have to repay you somehow. Don't worry about it. No, no. Aha. Hey, how about one date? What is that? Don't be silly. Stop! Don't step on the flowers. Excuse me? Normally, people are more careful with flowers. Well, I guess I'm not normal. Oh. You don't see a lot of flowers in Midgar. They're like luxury items around here. They only grow here. Although, I planted some outside my house, too. If I were you, I'd sell them. Midgar is full of flowers. Your wallet's full of money. Midgar full of flowers. Wallet full of money? Never thought of it that way. Наконец-то мы ее встретили. Просто у меня тоже с Айрис столько воспоминаний. Как минимум, тема, которую вы сейчас слышали, мы с Дримером играли в школе на каком-то типа 8 марта, скорее всего. Я на клавишах ее исполняла, он на гитаре. Это было прям чудесно-чудесно. Потом, опять же, я в эту игру играла еще до встречи, ну, до того, как начала дружить с Дримером. И тогда было популярно сидеть на всяких ролевых форумах, отыгрывать за какого-то конкретного персонажа. Я, естественно, выбрала себе Эрис и играла за нее некоторое время на нескольких разных форумах. Ну, я еще и за разных персов играла. Вот. Есть даже фотки, где она мне настолько нравилась, и настолько мне нравилась игра, что я чуть-чуть косплеила ее прическу. И, ну, на фотках все это есть, с этими же выпущенными волосами спереди и с косичкой. Вот. Так что это прям воспоминания проснулись. Стараюсь вам не спойлерить, естественно. Так, что, будем лутаться в церкви, да? Грабить сундук здесь? Я просто думала, она почему-то чуть попозже должна быть, но ладно. Что? А, это с самого начала. О, поняла. Так, Fusion 2... Так, тут тоже надо будет сейчас повнимательнее перевести все. Информация о качественной материи, которая может быть создана посредством слияния материи. Smart Consumer Master плюс Libra. Gravia плюс Libra. Smart Consumer. Если вы чувствуете, что определенные снаряжения или миссии слишком сложны, просмотрите свое текущее снаряжение и посмотрите, сможете ли вы помочь синтез материи. Ну, это просто, в общем, подсказка, как получить одну какую-то из этих материй. Гравига? Не знаю. Так еще и открылись миссии. Так, надо аккуратненько не пойти в сюжеточку. Во-первых, сохраниться. Я думаю, сейчас можно еще по миссиям пройтись. Ничего себе, так много миссий пооткрывалось. Думаю, в шестерку пока не пойдем. Так, что еще открылось? А, вот это тоже открылось.
Вот давайте троичную миссию посмотрим, трехзвездочную. Шестерка, мне кажется, надо пойти, когда я с Fusion Material чуть-чуть подразберусь. Пять сундуков, в смысле пять сундуков? Вроде ни одного. Когда я залутаю более прикольную материю, тогда можно без проблем в пятую идти. Конечно, еще и прокачку будет сделать хорошо. Так, сюда тупик, надо посмотреть. Плюбасу спрятан должен быть сундук. Да, как минимум один. Так. И... Да. Энджел, конечно, очень прям сильно бесить стал. Просто он упал в моих глазах. Причем не помню, что я к нему еще чувствовала, когда до этого играла. Прям бесит. Сейчас конкретно. Особенно бесит то, что он так быстро переобулся. Типа сначала честь и достоинство, а потом типа, я не знаю, кто чуть-чуть... То, что у тебя проблемы, и ты не можешь с ними психологически справиться, это тоже нормально. Опять же, это говорит о твоей человечности. Тут, я ангел, не ангел, что делать, не хочу стать человеком. Копия, надеюсь. На трехзвездочной. Так, все сундуки собрала. Можно, да. Можно. Сразу этого выведем из строя. Да чё ж ты не замораживаешься, конечно? Я же его вроде не тронула. Он был отравлен, что ли? Я могу использовать предметы для материя фьюжн. Это вот как раз который камень, что ли, копила? Так. Фолиант по слиянию предметов. После того, как вы приобретаете том слияния предметов, вы сможете добавлять предметы при выполнении слияния материи. Определенные предметы эффективны для повышения определенных параметров, поэтому внимательно проверяйте свои результаты и работайте над созданием идеальной материи. Значения параметров материи, такие как магия плюс 5, определяются исходной материей в процессе слияния. Но предметы, изменяющие параметры, такие как толстое перо Чукоба, будут иметь приоритет, если они используются во время слияния, что позволяет получить результаты, которые отличаются от результатов стандартного слияния материи. То есть можно поменять какие-то функции. Окей. Во-первых, это сохранить надо. Как хорошо, что мы пошли в миссию. Наконец-то можно предметы использовать для фьюжна. Но это не... Так, а они где? А, вот здесь они. Пушим. Ну нет, конечно.
Почему у меня доступ ко всем это предметам? Блин, я все... ХП плюс 30. Блин. Так, где это все? Ну, сам внизу должно быть. Во. Use 5 in Materia Fusion for attack плюс 1. Ага. А у меня СПР. Что СПР? Где СПР 1? Да, это число не даст результата, потому что нужно 5. А у меня 5 только на атаку, до хрена. Hero Drink using Materia Fusion for attack плюс 5. Вот. For Magia плюс 1. SPR. О! Если мы сюда Да, вот так сделаем. И зафигачим просто обычную курагу. Блин, можно ставить обычную курагу. Зафигачить что-то бесполезное. Просто мало ли она еще понадобится, чтобы что-то поменять. Так, это я получу СПР. А, у меня же не прокачалось еще, да, ХП не прокачалось. Что у меня прокачалось? Подождите. Дарк Фира. Дарк Фира. Что у меня стоит? Вот, Дарк Фира наносит больше урона, чем Дарк Фандер. А если их объединить? Материя Фьюжн. Где они? А нельзя просто экипированную посмотреть. Левел. Это что? Ну нет, короче, это не то. Или давайте по уровню, она же у меня прокачанная, вот, да. Дарк Фира и Дарк Фаундер. Что они дадут? Blizzard Ice Based. Нет, это мне не нужно. Но мне нужно прокачать Дарк Фиру. Желательно. Тундара. Так вот у меня это то же самое, потому что стоит. Так, это не качает, не качает. Фирга Fire. Это мне не надо. Фундага. А, вот. Firebase. Блин. А, так у меня Firebase. Все-таки у меня на огонь. Но выглядят они как обе, как молнии, блин. А, поэтому я их поставила. Точно. Ну, наверное, надо на Фирагу прокачать. На Фирагу. Фира. Вот Фирага тоже. Фирага плюс Фирага? Почему нет? Mm.
О, надо было сразу так поставить, потому что он дает выбирать только то, что можно использовать. Магия плюс. Можно вот это заюзать, пишем все три. Чего нет? Хьюз. Хьюз. Отлично. Курака. Так, где то? Фандер. Ну, фандер надо до мастера докачать. Наркфирога теперь стоит. Правда, может, в нее еще что-то можно вкачать. 12, 13. Ну, Darkness станет. Фирога Блейд. Габлейд. Даркфера. А, ну то же самое. Лис. Так, это не то. Двенадцать тоже не то. Нет. Нет. Все, с этим мы ничего сделать не можем. А, по-моему, мастеров у меня больше нет, да? Ну, курага прокачанная, окей. Все остальное тогда ждем. Это обязательно сохранить. Так, времечко-то уже заканчивается. Но можно еще одну миссию какую-нибудь простенькую взять. А, нет? Ну, короче, да, потихонечку время заканчивается. Один сундук. Интересно, какой? Где он? Даже не знаю. Так. А, сейчас свернуть и потом еще свернуть. Ок. Привет. Смотри. Мощь. Ты что ты со своей куколкой тут? Мощь. Смотри, еще. 900 это касса. А сколько я ему нанесу? Ну, атаку так мало. Блин, надо лед качать. Пипец. Значит, так недалеко. Так, чпок-чпок пару раз. Тогда можно еще в миссии сходить. Такими-то темпами. Миссия. Мне нравятся эти миссии, они очень... А, ну ладно, два сундука. А, надо все-таки залутать. Так, его надо аккуратненько пройти. Так. Ага. Ага. Их обязательно всех победить. Без проблем. А, они не заморозили. Ну, пойдемте, того тоже победим тогда. Это отпрыгивай, пожалуйста. Вот, наконец-то Арис у нас тоже добавилась в рулетку. А то я ее все видела, это блин, Арис. Ну не скажешь же вам. Все-таки есть те, кто смотрит первый раз эту игру. Кстати, пришли сразу практически к выводу о том, что
мне Вува зашла больше, чем Геншин, как раз из-за того, что она по стилистике больше подходит под финалку. Activating combat mode. В смысле, у него... у него нет как слабых сторон. Оказывается, нет, есть. Ой, да что ты там с той куколкой? Да давай. Ну и все. Слабых сторон у него нет. Что-то я тупанула. Сори. А где сундук? Обычно где-то за этим... А, да, возле этого камушка. Либо возле другого камушка. Activating combat mode. Чё, а массовость, вы думаете, возьмёте? Нифига. Тихо, тихо, тихо. Ну, уворачивайся, пожалуйста. А, вас, извините, сейчас вот сюда. Не ту атаку включила, хотя... I'm Zach. What's your name? Oh, hold on a second. Oh, hey, Tsung. I'm a little busy, so I'll be a little late. Behind you? Yeah, Tsung! Are you done being busy? Вот это хорошая ситуация, мне нравится. Интересно, что такое дали. По названию вообще непонятно. Непонятно, это айтем или это то, что экипируется. Что, все там закончились? Вот же лаборатория. Что тут? Колечко. А тут что? Колечко для ключей, которое позволяет надевать три предмета. Мне такое надо. Шесть. Офигеть. По любасу за один раз все не найду, надо будет потом второй раз бежать. Очень надеюсь, что не надо. Я же туда шла? Да. Аккуратненько, аккуратненько. Блин, по углам смотрим. Так, 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 так. А! Я назад вернулась. Да. Я проболчу. Я даже не знаю, что сказать на этот счет. Так, значит, налево надо идти искать все. Думаю, вот после этой миссии уже будем закругляться. Потому что она очень длинная. Получается. Успела. Воу, this is not good. All's well that ends well, slick. It's done.
that's Turk's teamwork. Pretty good, right? You're in for it now! You can do it, Zach. Yeah, I'm on fire now! Надо что-то делать не с защитой ХПшки. Блять, меня так быстро выносит. На трех звездах. Типа я быстро выношу, но меня тоже быстро выносит. Это плохо. Ну, можно сюда пройти. Серьезно? Так сказать, ни одного сундука до сих пор. Ну ладно, один сундук. Да возьми. Ой-ой-ой. Надо было поближе к стене. Я офигеваю с того, что атака на огонь им больше дамага дают, чем на свет, хотя... Ну, чем электричество. Хотя у него их к электричеству уязвимость. И нафиг оно мне тогда нужно, если у меня огонь пробивает лучше. Так, тут же больше нет сундуков. Так, теперь вниз. В смысле? Так, это всего лишь три. Прямо до конца. Надо, да, вот эту свою защитную атаку, хотя бы ее тоже прокачать надо. Я, наверное, уже это сказала, но я больше для себя. Так. Почему я свернула не туда? Потому что надо... Сюда что? Ненавижу эту локацию. Я в ней путаюсь, что кошмар просто. Так, сейчас налево. Блин. А, ну ладно. Хотя бы два сразу. Только два? Сейчас бы ушла. Ну ладно. Давай, давай, давай. Complete result. Так. Направо. Вот сюда. И вот сюда. Теперь аккуратненько пройтись до босса. Аккуратненько. Блин, не люблю в таком месте сражаться, потому что сейчас будет очень маленькая локация, он очень здоровенный. Куда уворачиваться непонятно, что делать непонятно. Как жить непонятно. Это я не попала или это ему пофиг? Это я не попала. О! Вот этого не было еще. Один. А что нужно глаза еще? Thank you.
backup. I'll draw their attention. Make sure you take them out. Yeah, you got it. Turks? Get them! What? Soldier! Everyone, get out here! What are you doing? They called for backup. Sorry, jumped too far. Как Чендлу удалось сохранить невозмутимое лицо? Сам хотел сделать руками лицо просто так. И теперь муки выбора, что засунуть в третий слот. Так, во-первых, сохранится. Во-вторых, тоже сохранится. Sky High, ни хрена его колбасит. Ладно. А, 60 маны, 40 АПшки, что-нибудь на 7 косарей жизни из практически 4. Фига его колбасит. А, ХП 10%. Мало. 20. Лучше. 30. Зашибись. Давайте я поставлю это, просто чтобы не забыть, где оно находит. Чё? Сколько? 30? А, это маны. По 20, 40. Так, плюс 5, это плюс... Что это за показатель? Плюс 30? 40. Мне бы жизни реально прокачать больше, еще больше жизни. Но это за фьюжн мы можем сделать, окей. Что я жду, пока она прокачается. Поэтому можно пока оставить вот эту. Станиум Бенгл. Потом, когда у нас зафьюзится ХП с Курагой. Я же с Курагой хотела. Короче, да, когда я зафьюжу, поставлю, у меня будет там плюс 120, 150, 170 процентов. И можно тогда будет вот это заменить на что-то другое. Хотя, блин, в процентах мне нравится. А вот эти статусные вещи я даже не знаю. Ладно, тогда опять же надо сохранить мой выбор и закругляться. Хочу выйти на главное меню и с вами попрощаться. Всем большое спасибо за просмотр. Ставьте лайки, подписывайтесь, комментируйте. Всем большое спасибо, кто вообще комментит, поддерживает, лайкает. Мне все это очень приятно. Я стараюсь как можно быстрее отвечать вам. Всем спасибо. Всем хорошего вечера. И пока-пока.